Всем привет! Сегодня у нас на ужин будет фаршированный перец и сосиски в кляре. Так что всем приятного аппетита, будем ужинать. Ужин будет простенький, без гарнира, просто фаршированные перцы. Хотя многие пишут, что фаршированные перцы надо есть именно вот так вот, без всего, без гарнира. У нас второй день уже дождь идет. Но завтра уже вроде как должно быть солнце. Без дождей. Кстати, вот эти сосиски покупали на развес. Очень вкусно.